А в художественном музее чествовали победители национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Всероссийский финал состязаний проходил в Подмосковье на минувшей неделе. Все семеро ярославских участников вернулись оттуда с медалями. Пятеро завоевали золото, еще у двоих бронза. Для меня это, безусловно, опыт колоссальный. Ты можешь себя показать перед работодателем. Они могут тобой заинтересоваться и предложить тебе работу. То есть это для молодых специалистов очень большой шанс показать себя. У нас появляется новая проблема – удержать тех ребят, которые на сегодняшний день уже проявили себя, и ребят, и, соответственно, их воспитателей. Серьезный спрос на качественные, на профессионально подготовленные кадры.